Приветствую вас на моем канале «Готовим счастье дома». Существует большое количество рецептов приготовления печени. Сегодня я вам предлагаю вкусный вариант печень с луком, тушеная в сметане. Для начала куриную печень хорошо промываем, зачищаем и нарезаем на порционные кусочки. Затем печень перекладываем в тарелку и заливаем кипятком. Это делается для того, чтобы печень получилась более мягкая и избавилась от неприятного запаха. Оставляем в кипятке на 3-4 минуты. Пока печень находится в воде, подготовим лук. Лук нарезаем четверть полукольцами. Далее на разогретую сковороду наливаем небольшое количество растительного масла. Перекладываем нарезанный лук и жарим до легкого золотистого цвета. Когда лук чуть-чуть поджарился, добавляем соль и немного сахара. Снова все хорошо перемешиваем, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем к поджаренному луку добавляем печень. Предварительно ее необходимо было слить из воды на дуршлаг, чтобы полностью ушла вся вода. И начинаем обжаривать на среднем огне. Необходимо только слегка прижарить ее, чтобы схватилась сверху. Затем добавляем к печени немного чеснока. И еще для вкуса я добавляю мускатный орех. Снова все хорошо перемешиваем, даем немного выпариться жидкости, то есть готовим еще около 2-3 минут. Пока готовится печень, сделаем соус. К сметане добавляем небольшое количество горчицы. Это придаст соусу особую пикантность. Получившийся соус вливаем к печени. Хорошо все перемешиваем до однородности. Затем накрываем крышкой и тушим под закрытой крышкой на среднем огне где-то 10 минут. За это время печень успеет полностью приготовиться, но при этом останется очень мягкой. После этого наше блюдо готово. Перекладываем в тарелку. При желании сверху украшаем зеленью и подаем к столу. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь.